40 миллионов евро. Кто предложит 41? 41 миллион, месье. 41 миллион евро. Кто-нибудь предложит 42 миллиона? Есть в зале желающие повысить ставку до 42 миллионов. Что? Прошу прощения, но ставка и так ваша. Верно. Мне просто кажется, аукцион немного затянулся. Время – деньги. Предлагаю 60 миллионов. Что ж, 60 миллионов евро – раз, дамы и господа. 60 миллионов евро – два. 60 миллионов евро – три. Продано. Браво, месье. Поздравляю. Тоже, судя по всему, все в порядке. Благодарю. Признаться, месье Сернин, я не ожидал, что покупателем станет кто-то вроде вас. Вроде меня? Что это значит? Я имел в виду, вы так молоды. Хочу на него взглянуть. Я плачу немалые деньги. Думаю, я вправе полюбоваться вблизи. Конечно. Откройте. Стоп! Мимо вас мышь не проскочит.